Ой. Пап! Чё? За компьютером посижу, ну хоть чуть-чуть. Ну ладно, посиди. Только не включай. Ладно, понял. Котка. Не пошла. Ой-о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 й. Пушистый. Ой-ой-ой-ой. Видишь? Так он же выключен. А мне батя не разрешает включать. Меня наказали после того, как мы с тобой школу прогуливали. Меня тоже наказали. А как тебя тогда ко мне отпустили, если ты наказан? Да меня батя в магазин отправил, а я к тебе пришел. Это получается, мы оба наказаны? Ну да, и чё? У меня есть план. План. Какой еще нафиг план? Мы сейчас тут закроемся, а Борьку в заложники возьмем. Я не хочу в заложники. А за 500 рублей теперь другой разговор. Что я должен делать? Слушаться нас. Холосо, за 500 рублей я на все готов. Братик, ну и зачем мы здесь закрылись? Сейчас поймешь. Эй, батя! Вы что там закрылись? У нас Борька в заложниках. И что теперь? Выполняйте наши требования, и с Борькой ничего не случится. Ой, мне все равно. Ну тогда мы Борьку будем пугать. Делайте, что хотите, только знайте, что я вас отмуздохаю, когда вы отсюда выйдете. Борька, давай. Па! Мам! Они меня пугают! Мне страшно! Лучше выполните наши требования! Я сейчас дверь сломаю, а потом вас сломаю! Слышь, ломальщик, давай выполняй, что они там попросят! Сейчас они там Борьку перепугают, потом ты будешь ему испуг лечить! Ладно! Говорите, что вы хотите! У нас три желания! Какие? Братик, что просить? Чипсы! Первое желание – это чипсы! Еще что? Еще что, братик? Персиколу. Второе желание – персиколу. А третье желание? А третье желание – еще миллион желаний. Вот видите, какой классный план я придумал. Ага. Алло, пап. Ты где? Я тебя в магазин посылал. Какая разница, где я? Где есть, там и надо где. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня подкалывают. Давай. Пин капец.